Всем привет, я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы начинаем вам детальный рассказ про Бали. В прошлых выпусках я уже рассказывал, как этот остров удобен или неудобен для яхтсменов. А сейчас давайте рассматривать ту туристическую составляющую, ради которой на весь этот остров съезжается такое невероятное количество людей. Но прежде чем мы начнем, давайте я вам расскажу немного про сам остров, чтобы вы, ну, в общем, понимали географию, что где находится и вообще, где здесь приезжают туристы, где живут экспаты, ну и вообще, как бы, детали. Погнали! Начинаем мы с бухты Серанган. Это то место, куда мы заходили лодкой. Про это я вам уже рассказывал в прошлом выпуске. Теперь идем дальше на юг. Вот этот маленький полуостров, на котором находится аэропорт и магистраль, называется Букит. Здесь расположены все самые прикольные пляжи. И, собственно, про эти пляжи будет рассказ в нашем сегодняшнем выпуске. Далее мы идем на юго-запад. Здесь расположены всем известные Чангу и Кута, те места, куда приезжают в основном туристы и селятся экспаты. В средней части, где нет выхода к морю, расположился Убуд. Это, наверное, самое нелепое, с моей точки зрения, расположение для проживания, но об этом мы расскажем в следующем выпуске, и я вам расскажу детально, почему у меня к этому месту такое отношение. На Бали расположено два вулкана, и вокруг этих гор как раз находятся все самые интересные места для посещения. Те, кто любит природу, горячие источники и вообще красивые виды, это как раз вот сюда и на север. Но, чтобы вы понимали, расстояние между югом и вулканами порядка 3 часов езды на машине. Восточная часть Бали, в основном здесь все дайвинги и снорклинги, и то, что интересно под водой, как раз расположено в этой части, ну и так идет чуть-чуть больше на север, но все равно по восточному побережью. На севере все самое удаленное и уединенное. Здесь находится старая столица Бали Сингараджа. И рядом очень интересное место для туризма – Лавина. Там есть место для стоянки лодки. Мы там обязательно с вами побываем. Ну и последнее – это северо-восток. Туда практически никто не добирается, потому что это реально очень далеко. Но нам на лодке это все значительно проще. И там есть очень интересные места, такие как островок Миджанган. И там великолепный снорклинг, дайвинг и вообще очень классная акватория с невероятно сложной логистикой, если вы едете по земле. Все, теперь вы ориентируетесь, что где находится на Бали. И давайте перейдем к следующему разделу. Я вам кратенько расскажу про пляжи Букита. Это то, о чем будет наш сегодняшний выпуск. Итак, мы выезжаем на Букит. Букит – это такой полуостров на юге Бали. Он вообще как будто бы отдельный, в нем совершенно другая география, другой микроклимат, другие рельефы, и это наше любимое место на Бали. Первый пляж на нашем пути – это Нуса Доа. Один из моих любимых пляжей, но Сережин не очень любимый. Турецкий отель. Турецкий отель, да. Здесь все большие отели, семейный отдых, такое все комфортабельное, ухоженное и так далее. Дальше на юге мои тоже любимые пляжи – Пандава, Гринбоул, Миласти. Эти пляжи интересны тем, что они как бы искусственно созданные, то есть туда выдалбливались дороги, выдалбливались спуски, потому что весь самый юг Букита – это такое высокое плато, то есть пляжи сильно внизу, а дороги сильно выше. И продалбливались выходы, мы вам покажем, как на самом юге, то есть все пляжи – это человеком созданные спуски туда. И дальше на западе уже идут основные серферские споты, самые вот эти мировые известные. В основном главный, конечно, Улувату, но там же и Дримленд, там же и Бенгин, там же и Паданг-Паданг, и там же и наш любимый пляж Баланган.
Ну и в завершение нашей поездки мы проезжаем через огромный-огромный пляж Джимбаран. Это такая рыбацкая деревня когда-то была, где сейчас очень много туристов, там вот эти кафешки на пляже с морепродуктами. То есть он такой немножко выбивается из всех остальных пляжей на Буките. Он как раз уже такой больше похож на Куту и на основные пляжи на материковой части Бали. Так, народ, ну что, у нас сегодня очередной день в этом прекрасном месте. Дина, куда ты хочешь нас сегодня повезти? Ты будешь нас везти. Это хорошо, согласен. Выезжаем. В нашем расположении великолепно то, что на Букит нам очень легко добираться, минуя все пробки, которыми славится Бали. Мы выезжаем на магистраль, стоимость магистрали очень маленькая, реально там 30 центов. Мы попадаем на великолепную дорогу, на которой отдельная полоса для мотоциклов. И буквально через 20 минут мы уже выезжаем с магистрали в середине Букита. И дальше уже у нас открытая дорога ко всем пляжам. Но самый первый, на который мы будем ехать, это Нуса-Дуа. Он нравится Дине, не нравится мне, но вам мы его покажем. Вот мы заезжаем на территорию Нуса-Дуа. Как вы видите, тут большая, красивая, зеленая территория. Все очень ухожено. Фонтанчики, газоны, гольф-поля. Все сделано, в общем, для такого качественного семейного отдыха. Здесь располагаются многие крупные отели. И сама Нуса-Дуа — это таких три отдельных пляжа, которые, в принципе, между собой очень похожи. Турецкий отель. Ну да, турецкий отель, но территория супер приятная. Мне кажется, для отдыха с детьми и так далее, или для отдыха такого, когда ты приезжаешь в большую территорию, и все есть в одном месте, никуда не надо ездить, это как раз самое оно. Мы приехали на пляж, когда время low tide, то есть очень сильный отлив. Соответственно, пляж не купабельный, но здесь есть бич-клабы, шезлонги, то есть, в принципе, народ любит отдыхать и в такое время. В основном в обед здесь пусто, как вы видите, но на сансет или рано утром здесь сильно больше людей, то есть все выползают из своих отельчиков. Я сюда приезжаю собирать ракушки вот как раз в этой зоне. Вот тут у вас перед глазами это такой полуостров, куда мы сходим посмотреть, что там. Там храм небольшой местный и, собственно, поля, ухоженные лужайки. Я думаю, что давай сейчас просто пройдем вокруг, посмотрим, что же здесь с видом на воду, потому что мне больше интересно, что же открывается красивого здесь. Вот и дорожки конец. Вот и закончился парк. А дальше вы заходите в зону оффроуда. Ой, Дин, иди сюда. Да, тут такой вон private beach, смотри. Да. Когда тайд приходит? Да. Круто. Ну вот мы сели в ресторанчике, сейчас будем здесь что-то себе выбирать. Цена здесь, как в нашем Воронке. Да, Воронке, да. Даже дешевле. Я хочу фрайд нудл. Ага. Ну выглядит неплохо, да. С чикеном. И хочу спринг роллы. Это ты серьезно? Ну я голодная, я тебе говорила об этом. Я помню, мы тут поворачивали. Да, я не помню, что мы бывали. Да? Может, мы прямо ехали, когда? Может быть. Вот про вот этот говорили отель, который еще, помнишь, типа, как будет должен Карпатские выглядеть, зори. Как должен выглядеть отель. Вот так. Мы сейчас находимся Пандва Бич.
Здесь, кстати, самый дорогой пока проезд. 30 тысяч. Это 2 доллара был за заезд на... Ну, за двоих, я так понимаю, что там тут сноса берут. По баксу. Ну, вот смотри, какой девелопмент идет. По-моему, он выглядит идет, этот заброшка. Он заброшка. Спереди везут какой-то венок. Ну, наверное, свадебный. Наверное. Вау, какая красота. А там спереди еще змея везут, смотри. Да, да, вижу. Это инстаграмное место. Да? Ну чем да, тут все фоткаются между этих местами. Странно. Симпатичненькое такое видовое капошечко. Тут тоже, видишь, все новое, они только осваивают всю эту территорию. Ну, да. Тут такой пустынный пляж, но он именно вот этим вот и прикольный, потому что здесь есть пару варунгов, то есть пару ресторанчиков, и в принципе все. Тут как бы и серфинга как такового нет. Люди тут просто сидят, отдыхают, приходят посмотреть на море с красивым видом. Ну вот откуда-то отсюда. Ветра нет вообще. Борьба со стихией, Дина, выглядит вот так. Ветра нет, он хочет летать. Понял, походу, пещеру эту всю, ну, не попал. Thank you.
провели на этом пляже несколько часов, посмотрели на красоты с берега. Дина там поплескалась на течении, которое достаточно сильное, уже на практически на минимальной воде. И решили прогуляться прямо на Wave Break, то есть это риф, который идет уже подальше. Когда прилив, здесь плюс 1.5 метра, и, конечно, вся эта территория находится под водой. Но когда отливает, есть возможность пройти по вот этим кораллам, которые тут оголяются, по рифу, и посмотреть на то место, где разбиваются волны. Кстати говоря, по ощущениям достаточно страшно, потому что вы стоите в 20 метрах, когда эти огромные волны падают, и когда приходит волна, такое течение, которое почти сбивает вас с ног, ну, течение, которое от волны идет. Но при этом вы стоите рядом с этим большой, с этой большой массой воды, которая падает к вам к ногам, и это выглядит, ну, прямо вау. Ну и здесь на отливе можно посмотреть на жителей, которые находятся под водой, всякие черви, там жучки, червячки, интересные кораллы. Вот это вы видите, это вообще какой-то минерал, потому что он... Ой, а что это у нас такое? В общем, если вы присядете на корточки и посмотрите, что же у вас здесь под ногами находится, то можно увидеть невероятное количество всего интересного. И мы решили прогуляться здесь, посмотреть на что же здесь находится под водой. Звезды морские и прочие жители, в общем, если вы достаточно внимательны, то вы для себя можете увидеть очень много всего интересного. Что там? А, паперфиш мелкий. Паперфиш. Так, вот мы пришли в такой варунг здесь. Сейчас посмотрим, что здесь из еды. Ну вот, $1.5. Короче, 30 тысяч это $2. Вот рис с курицей. Ну, в общем, в принципе, здесь все в районе $1.5–$2 из местной еды. Всякие там напиточки по доллару. Ну, в общем, вот $1.5, почти 2 кокоса. В общем, такая вот тут еда. Сказали, что если мы хотим, можно сесть сюда за столики. Но мы не хотим. Меня устраивает и отсюда вид. Это ты дымоход. Куда мы едем дальше? На пляж. Вот так новость. Здесь вон так красиво солнышко вышло и освещает эти отмели. Thank you.
сразу. Где-то стало, там и присел. Здесь, кстати, платный въезд. 12 тысяч, это чуть меньше 80 доллара. Центов. 80 центов, да. Как мы будем подниматься? Большой вопрос. На спорте? На спорте. На крипатуре завтра в ногах. Ну, слушай, надо иногда тоже. Не надо. Тут такое течение, смотри, Сереж. Ага. А вот там дядечка вдалеке, это священник с этой пещеры. Да? Там дядечка вдалеке, я вижу, на пляже. Да. Он тут только что сидел, играл в колокольчик все это время, пока я собирала ракушки. Прикольно. Там внутри у него. Thank you.
мумификация внутри ракушки какой-то была. Я такое когда-то уже находила, видишь, такое, как оно из камня, это камень. Это камень? Да. Это не ракушка? Нет, это камень. Наша любимая, Сережа. Подниматься пешком. Мы пока совсем чуть-чуть поднялись. А предстоит нам очень долгая высоко. Дорога вот таких непонятных ступенек. Причем здесь ступеньки все разной высоты. И ты не можешь найти вот этот ритм, когда ты идешь. Каждая ступенька то выше, то ниже. А тебя ритм все время сбивает. И ты такой... Ритм доходяги. Нет, вы это видели вообще? Ужас. Хоть бы сумки взял и вниз. Совесть имел, да? Бегать вверх по этой лестнице. У меня уже даже часы говорят, о, Юрий, чё, гоу. Достаточно. А я еще только начала. А часы уже такие, все, остановись. Нам скоро будет направо. Это па. Тут? Да, тут направо. 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 Это же снимки кругом, везет этот белый камень. Ну что, уезжаем с мыса Фиолен? Да. Похоже на фиолет, мы с Сережей решили. Ну, сейчас позеленее кусок нет, а такое обычно все заветренное, лысое и белый камень. Сколько тут, не помнишь, было? По-моему, пару этих тысяч. Да, я готова. Да. Здорово, дружочек. Тут видишь, только начинается все-таки кругом еще стройка. Ну его только осваивают этот пляж. Да, да. Сейчас мы встанем, выйдем на пляж. Зато лайфгард уже есть. Здесь на самом деле вот всю эту территорию выдолбили в скале. Вот смотрите, там наверху. Там логотип идет наверху. Это все искусственно выгрызенное бульдозерами. И вот там вот тоже идет девелопмент. Короче, вот это, наверное, самый унылый пляж, потому что мы вот сколько здесь приезжали, смотрели. Тут можно купаться, конечно, есть тут такая пародия на купание. Но на самом деле здесь каких-то там прямо ресторанчиков, ничего нет. Вот как бы люди такие на пляже сидят и просто там купаются, шезлонги стоят и все. Ну, не знаю я. Что тут делать? Ну, тут я тоже не знаю, если честно. Но пляж огромный, он туда далеко уходит. Да, ну он лайфгард. Уже бич-клабы всякие, вот типа вот этого строят. Я думаю, что это строено. Просто место для зависания в бассейне с видом на океан. Тоже неплохо. Коктыч, волны. Но здесь не серфовый и не купабельный. Хотя, ну вот, зато лужа хоть есть так. Поплескаться в луже, походить по камням. Такие пыльные кафешки. И пыльная дорога. Смотри, он у собак проблем. Собаки. Вот туду, вот туду. Ой, блядь. Вот откуда-то водопад такой прям. Какой подъем. Пикачу.
Пикачу в бой! Пикачу в бой! Ага. Я там, по-моему, в какой-то момент случайно снимала, знаешь, уже отдыхала. Включать, а он включенный. Good day! Hi guys, how are you? How good? How much? Donation here. Okay. Any donation? Ooh. Пещера. Страшно, жуть. Испугался? Нет, вообще нет. Вау. И что там впереди за Иисус Христос, суперзвезда? Это Джимми Хендрикс. А? Это Джимми Хендрикс, может? Какой-то Рико Махеси. Назад отсет чуть-чуть. Назад чуть-чуть отсет. Чуть-чуть, да. Спасибо. Как нас обогнали? На здоровье. Ни малейшего. Как ты с этим будешь жить? Тяжело. Народ купается в лужах. Так красиво, да? Да, тут прямо такой пляжик. Солнце прямо в глаза светит. Солнце так красиво. Зонтички. А мы поднимались вот откуда-то, вот аж вот оттуда, самого-самого верха. Жалко, мы без купальника. А где здесь купаться? В этих тайдпулах? Да.
что тут так резко, так далеко уходит риф, и так резко там обрывается. Ага. Кстати, в этом месте самые большие. Так, ну что, мы на Улувату Бич? Не факт. Не факт. Мы на Бич Сюрприз Бич. Здесь он. Мы не на том пляже. Ну, сейчас посмотрим, какой-то другой. Может быть, он большой. Нас тигр встречает. Правильно, мы, по-моему, приехали. Просто мы же в прошлый раз с другой стороны заезжали. С той стороны заезжали. Этот лучше заезд. Идем? Да. Я хочу какой-нибудь напиток. Фреш. Хорошо. Можем здесь сейчас, вон, смотри. Прикол этого пляжа то, что здесь такие каскады. И здесь на этих каскадах всякие барчики, ресторанчики с красивыми видами. Вот сейчас где-нибудь мы сядем и выпьем по фрешику, по пиву. Hello. Здесь из ресторана вот такой вид прикольный. Мышиные лозы. А мы отсюда заходили в прошлый раз. Обратно смотри под ноги. Угу. Коник. Как доска маленькая. Маленькая доска, а не голос. А
еще один ресторанчик прямо на скале. А здесь вот такой вот заход в воду идет. И для того, чтобы туда прийти посерфить, нужно вот так вот пройти через вот здесь вот, туда по прямой. Да, такой прямо пещера такая. Течением, да. Так, куда мы приехали? Мы приехали на Паданг. Паданг — это третий пляж в сегодняшнем нашем туре по пляжу без пляжного экипа. Я, по-моему, вполне по пляжному. Ого, платный вход. Вот это нормальный проход, я понимаю, на пляж. Ой, здесь пахнет этими палочками, класс. Не палочками. Палочками. Подгнившими цветками. Я думаю, что это палочки из храма. Маленькие, много туристов. Да, я здесь когда была, здесь вообще не было людей. Здесь вообще все было вокруг не застроено, не заселено. Мне кажется, здесь там, я не знаю, пару канатных мест и все. А сейчас здесь, посмотри, что творится. Ты расстроена? Это филиал Куты, ну да. Сюда смотри, рыбацкие лодки заходят. Ага. Пляж тут небольшой такой. Говорю, пляж небольшой совсем. Маленький, да. Пойдем туда поднимемся. Идем. И тут есть серф-школа. И вон волны есть какие-то там. Три несчастных серфера катаются. Пенковые доски, мне такие нравятся. Sí. Però si vol anar a la més gran, trencarà més a dintre, saps? Пляж дурацкий, не понравился. Слишком много народа, такое туристическое место. Вообще не понимаю, он маленький. Зачем сюда вообще люди едут? Ну что, все на сегодня, Дин? Да. Домой? Три пляжа? Хватит? Ну, на сегодня хватит, потому что у нас еще три, и мы их оставим на следующий. Короче, мы приехали в какое-то место строек. Какое-то одно строительство. Самый расстраиваемый, мне кажется, район. Как называется? Бингин. Куда идем? Пляж. Ну, на пляж. А как пляж? Туда? Ну, вот я не уверена, что туда. Вообще вот туда точно. Ну, давай посмотрим. Вау, тут, конечно, прикольно. Обрыв, мамочки. Красивое видно море. Великолепно. Ну что? И там вон серферы даже виднее. Ну да. Ну, здесь, кстати, прикол в том, что все паркинги платные. И даже приезжаешь в любой маленький магазинчик, оно стоит вообще ничего. Там 2000 местных денег, это я даже не знаю сколько, это 10 центов, чуть больше. Но это везде, вообще в любом маленьком месте, где ты останавливаешься, всегда будет паркинг платный. Смотри, какой он замес. Что это? Кто это? Ай, он меня за пальцы кусает. Тут собачий замес. Мелкий. Мелкий бьет совсем мелкого. Какие логичные. Мамочки, какое великолепное. Серфака. Серфака. Красиво. Глаз державенький. Ну. Лупасенький. Еще поедем, только уже в ту часть другую. Угу. Такая дорожка. Такой спуск.
стройка идет вовсю. Прикольно, лодка стоит вот там вдалеке. Ну что, присядем где-нибудь по полу? Гринканем. Ну, можем. Пойдем. Прикольный пляж. Затишье, вот сейчас можно было бы спокойно ехать на юбике. Просто я думаю, надо, что походу... от тайда еще зависит. Да. Слушай, ну лодка стоит. И тузик у них стоит. Отметили. И мы так можем. Еще один видовой бар. Мы приехали, пляж называется Dreamland. Сейчас посмотрим, что здесь. Но пока прикольно, смотрите. Здесь какие-то местные там сувениры продают, какие-то там, да. И вот это все, это идет речка. Парковка здесь такая забитая вдоль дороги. Мы тут приехали, заехали в середину, подвинули мопеды, сделали себе место. Всегда так есть для этого возможность. Еще не были ни разу, но это тоже такой район максимальной концентрации всяких там девелоперских проектов, которые сейчас, короче, стройка кругом любая. О, и причем волны прямо возле берега близко, не надо отгребать непонятно куда. Дина, это такая речка, посмотри. Озеро. Озеро. Серферов много здесь, мы проезжали, было много серферов, сюда ехали. Ну, вход, кстати, здесь стоит 10 тысяч ич, то есть 20, это, короче, 15, это 1 доллар. Какие волты красивые. Да. Обычно они, кстати, у них тут все пляжи чистые, и мусор вывозят везде вовремя, и у нас тоже. Может, за то, что стройки здесь все вот это вот. Ну, да, так, какие-то вон резорты сверху. Ресторанчиков. Да. Улуату? Да, вот тут вон Улуату, следующий пляж. Улуату, по-моему, далеке. Может быть. Ого, какие волны. А вон какая идет. Смотри, и серфер прямо выгребает, выгребает, выгребает. Давай, 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 давай. Е. Прикольный пляж. Мне нравится. Мне нравится, что он для купания подходит. Это прям такая редкость здесь, особенно на Буките.
Ну, тут только этот стратый подан такой, короче, клоака какая-то. Смотри, какие волны. Держи трусы крепче волны. Пахнет какими-то массажными маслами и деревней. И одной расцветки. Коровы пасутся. Да. Кокосы едят. Это пляж, где я первый раз в жизни в таких уже серьезных масштабах начала собирать ракушки. Потом еще, правда, пару лет не знала, что с ними делать, но это то самое место. Идем. Здесь, видишь, риф прям супер близко. Ой, сколько серферов тут катают. Да. Но тут уже не для супер начинающих, потому что тут мелкий риф, тут можно обчесаться. Но все равно вон, школа есть. Ее прикольно, тут эти домики такие классные. Да. Довольна? Да. Ну, я хочу куда-то. Ну что, давай зайдем хотя бы по пиву, да, возьмем. Так непривычно босиком ходить по песку. Ну кто как, я в кедах. Ты вообще одет, я не знаю. Куда ты собирался? На пляж. Ну я тебя предупреждала. А я смотри, как там народ, тут на SUV катаются. Прикольно здесь, такой длинные волны, классно. Да, вот смотри, кто все поехал, это хорошо поехал. Приехал. Реки, скалы там впереди красивые. Тут все такие пляжи. Дальше больше, там вообще больше скал и меньше пляжей. Ну что? А, давай. Мы заказали какой-то баланган карри. Два. Два. Посмотрим, что это такое. Дина заказала также кокос. А я заказал, естественно, себе бинтан. Что же я буду на пляже смотреть, как люди на серфе катаются без бинтанга? И прайд-банан. Обязательно. Тут так прикольно. Тебе нравится? Идеальный тенек вообще. Посмотри, какой красивый пляж. Смотри, как у серферов там дела хорошо идут. Класс. Очень мне здесь нравится. Мне вот эта часть Бали, насколько я помню, больше всего нравилась. Другие порции. Ого, большие. Да. А это у нас бананы жареные. Да. Класс. И вид какой красивый. Нравится. У нас великолепный Феррари. Ой, Филана.
просто едем. Это тот самый, но похож на самом деле даже и на тот самый. Да, я думаю, это мы прям туда, куда надо, повернули. Мы пришли на пляжик Джамбарана. Сейчас где-то здесь поужинаем, но пока тут вот людей тут много, прилично. Смотри, какой этот лоу-тайд большой, сейчас пляж освободился. Какой у нас великолепный столик. Окей. I would like one small bintang. И прямо из меню. Ну, так у них скатерти у всех не нравятся. Ну, пардон, скатерти это скатерти. Да. Тут у них есть, смотри, вот этот вот, я посмотрела на него. У нас сейчас такой, как стартер. Это пиво. А вообще то, что мы заказали сюда вкусненького, сейчас все приедет. Пиво здесь, оно вообще не очень в тему. Поэтому мы будем пить вино. Но после поездочки на байке, в ресторанчике, бахнуть бокальчик после пива. Перед вином. Да и до поездки с удовольствием. Такая вот история. А ты что? Что я что? Ты готова? Винище, вкуснище. Ну да. Свинище. Только ты вот хитрый в очках, а я думала, что уже все, уже сегодня серость. Серость и убогость бытия. У меня нет, не знаю, о чем ты. А у нас закат, смотрите, какой красивый закат. А? Бинтанг сансет. Здесь еще пляж такой большой, и сегодня еще суббота. То есть народа вообще много. Вот там аэропорт, там самолеты садятся. Видимо, сегодня не очень. Там прямо какое-то шествие с зонтиками. Ой, что это нам принесли? Вина, мамочки. Винище вкуснище. Оно. Thank you very much. Тримакаси. А вот уже и занялся делом. О, новозеландская, прикольно, мне нравится, по-моему. Написано Two Islands. Нет? А у меня же пиво еще есть. Сейчас я пиво допью и потом на вино перейду, потому что мне устрицы принесут. Не покажешь, не докажешь. Покажу, докажу. А вот лодочка на берег выезжает. Кстати говоря, вот эти лодки, они, это рыбаки, которым принадлежат эти варунги, ресторанчики, в которых мы находимся. И они ездят прямо с утра и вечером за едой, привозят рыбу. Так, Дина, тебе принесли твой канбакар. Да. Это красный снэппет, смотри, и соусы вот эти великолепные, острые. А это мое. Поэтому вино и устрицы. И вкусная рыба. Да, я большую заказала, знала, что ты своими устрицами. Ну, устрицами не наешься, это понятно. Короче, здесь прикол в том, что устрицы стоят...
$8 за килограмм. $8 за килограмм. Вот это вот все. Это вот. Вот это $8. То есть. Неплохо. Можно себе позволить некоторые радости. Здесь вино получается в 3 раза дороже. $20 вино и устрицы 8. То есть, в принципе, достаточно гуманно. Все сходится. А твоя рыба почем? Моя рыба, ну, это типа килограммовая. Ну, устрицы, вероятнее всего, не подрезанные. Давайте будем реалистами. Да не, я разберусь. Я разберусь, я однорукая привычка есть. Мистер Краб? Ну. Великолепно. Вкусненько. Вкусно, да? Вообще хорошо. Это вот у нас сейчас вечерний джимбаран. Такой красивый. О, прикольно. Вот солнце зашло уже. Легко ярко. Нагуляли, Дина? Да. Все? Ну, на сегодня похоже, что да, мы поздно начали. Ну, мы поздно начали. Это значит, что мы поздно закончим. Давай, поэтому... седлай буцефала. Кот. Все, погнали. По-моему. Не, ну ладно, я дойду пешком. Ты говно. Вы видите, что происходит? Это злой человек. Явно недобрый. Давай нам. Так, ракета, вези меня нормально и побыстрее, потому что мне кажется, что мы едем слишком медленно. Я с тобой себя чувствовала как бикинер, знаешь, меня так качает. Ну, потому что я вешу 80 килограмм. Что ты хочешь? Отстань. Скажи, где там нам направо нормальный поворот. Неважно, куда. Мы едем домой. Ну что, народ, теперь вы понимаете немножко больше про Бали, про остров, который такой популярный среди туристов. В этом выпуске я вам рассказал про пляжи, про Букит, про юг Бали. И дальше мы вам будем рассказывать уже непосредственно про другие места на самом острове. Поэтому не забывайте подписаться на канал, проверяем колокольчик. И в следующем выпуске я вам уже расскажу что-то интересное.